Приветики, друзья! Не скрою, что самый частый вопрос, который мне задают в различной форме, это: Лена, что такое съесть, чтобы похудеть? Или: а как похудеть, не меняя питание и стиль жизни? А обязательно ли добавлять физическую нагрузку, если хочешь похудеть? То есть смотрите, друзья, если человек наел лишние килограммы, значит, у него есть системный сбой в понимании, как готовить пищу, какую пищу готовить, как часто ее есть и так далее и тому подобное. А также этот человек предъявляет себе низкие требования по энергозатратам, то есть он в себя ест, но собой не пользуется. Как же здесь придумать волшебную таблетку, которая позволит этому человеку похудеть? Если вы наивны, то пожалуйста, конечно. Но я думаю, что вы не наивны. Поэтому, друзья, я за то, чтобы все-таки перестраивать стиль питания, убирать системную ошибку, добавлять физическую нагрузку, но у меня в руках, конечно же, есть и волшебные таблетули. Наверное, слышали L-карнитин. А многие считают, что это жиросжигатель. То есть вы будете есть L-карнитин и будете сжигать жиры. Я согласна, что это транспортная молекула. То есть это такой паровозик, который цепляет жировую молекулу и тянет эту жировую молекулу в митохондрию на сжигание. Это очень корректно, это очень верно. Но, друзья, эта митохондрия должна запросить жирную молекулу, молекулу жирной кислоты, для сжигания, чтобы получить энергию. А для этого мы должны клетку поставить в условия энергетического голода. Во-первых, вы не дали углеводов в должном количестве, потому что перешли на низкоуглеводное питание. Второе, вы дали физическую нагрузку или другую нагрузку на эту клетку, так что вот она должна потратить эту энергию, а энергии нет. И в таком случае организм отдает приказ: «Эй, где L-карнитин? Возьми, пожалуйста, молекулу жирной кислоты, принеси-ка ее нам, и я из одного пальмитата сделаю 131 батареечку энергии АТФ». Понимаете, как это работает? Вот так это работает. А не так: я буду лежать на диване, буду кушать пирожки, запивать кока-колой и есть L-карнитин, и магическим образом. Смотрите, магическим образом вы можете пойти в медицинский центр, и вам сольют жир через трубочку, и его вы накушаете вновь. Если вы сильно себя не любите, вы можете пойти в хирургию, то есть в медицинский центр, который занимается еще и бариатрическими операциями, и вам отрежут половину желудка и часть кишечника, и вы просто не сможете всасывать ту пищу, которую вы едите. Если не можете научиться через рот выходить из ситуации, в которую зашли через рот, ну тогда придется вот таким вот образом. Но я думаю, что вы себя любите. Поэтому, друзья, я действительно уделяю огромное внимание. Я понимаю, что вы уже, может быть, даже не верите, что можете сбросить эти 3 килограмма, эти 5 килограмм, эти 15 килограмм, больше килограмм лишнего веса. Но я создаю сиропчик для вас, условия, в которых хотите вы, не хотите, вы не хотите. Но я каждый день кап-кап-кап-кап-кап на мозг, буквально 5-минутное, 10-минутное видео, которое вы прослушиваете в самом начале дня, вот, и день немножечко идет иначе, потому что вы помните: а, я же должен учитывать интересы своего организма. Эта система старости нет, она так построена. Я ее люблю и обожаю, потому что это и есть правильное окружение для вас. Вам всего лишь навсего нужно, чтобы я вам объяснила просто логически, как вы фуручите внутри, вы перестанете нарушать. И вы просто, вот эта магическая таблетка, да, от стройности, вы просто начнете стройнее. Это так важно, друзья. Это так важно. Как пользоваться L-карнитином, если вы решили прийти в спортивный зал и все-таки повысить энергозатраты собственного тела для того, чтобы эти жировые молекулы были сожжены, потому что это ваш главный интерес. Нужно съесть, ну вот здесь вот L-карнитин в дозе 885 миллиграмм, это NSP, это очень качественно. Вот, 3 таких штучки, 3 таких капсулки, где-то за полчаса до физической нагрузки, и пойти в эту физическую нагрузку.
И как проверить эффективность? Эффективность проверяется очень просто. Если вы разогрелись во время физической нагрузки больше, чем обычно, больше, чем без L-карнитина, значит, он адекватно, хорошо сработал. Вы съели L-карнитин, транспортные молекулы пришли в кровь. Вы в это время дали нагрузку, и клетки нуждаются в энергии, и L-карнитин выполняет свою основную функцию. Таскает жировые молекулы на мембраны митохондрий. Что еще можно использовать в качестве волшебной таблетки для снижения веса? Ну, у меня есть гарциния. Я ее очень люблю, причем это не просто в чистом виде гарциния камбоджийская, а это целый комплекс, который, ну, действительно очень хорошо и качественно работает. В каком плане? Ну, во-первых, сама по себе гарциния камбоджийская, она имеет различные способы влияния на ваш метаболизм, потому что содержит гидроксилимонную кислоту, а значит, немного подавляет аппетит. Замедляет превращение тех углеводов, которые вы съели, в жиры, потому что способствует все-таки их сжиганию. Сделает так, что в каждой клеточке организма происходит сжигание углеводов в большей степени, чем запас их в виде жировых молекул, соответственно, больше энергии в каждой клетке. Вот. А это гарциния камбоджийская. Она очень популярная и очень знаменитая. Но к этой гарцинии, если добавить хром, а если еще хелатную форму, то получится вообще замечательная вещь. Почему я люблю хром-хелатную форму? Потому что есть такая молекула, инсулиноподобный фактор. Это белковая молекула, которая работает подобно инсулину, хватает глюкозу, запихивает ее в клетку, и чтобы в клетке произошло сжигание. Вот. Иногда инсулин с этим не справляется, потому что клетка умеет защищаться от инсулина, вот эта молекула, которая хромзависимая, которая тоже белковая молекула, работает подобно инсулину, но к ней этой защиты не формируется, этой инсулинорезистентности. Соответственно, это очень выгодно, очень классно для людей с нарушением углеводного обмена. Пример на хроме у моего мужа. Ну, в общем, мы ели разные порции. Я ела одну порцию, а он ел примерно в 2 раза большую порцию, чем я. Ну, понятно, мужчина. И тут он стал пить хромхелатную форму, и я замечаю, что, во-первых, я стала и хотеть есть. Раньше я не хотела есть. Вот почему. Потому что он раньше меня хотел есть. И, соответственно, ну, как бы, вот давай, давай будем что-нибудь готовить, давай будем кушать. Короче говоря, теперь он стал хотеть реже кушать. И я стала ощущать чувство голода. Боже, ну что ж мы еще ничего не ели, и давай приготавливать, готовить эту пищу. Да? И второй момент. Я заметила, что мы съедаем абсолютно одинаковые порции. Вот. И Юра очень активно пользуется этой гарцинией комбинейшн и хромом, потому что, ну, действительно, это свобода от этого чувства голода, свобода от еды. Что еще входит в формулу? L-карнитин входит в формулу гарциния комбинейшн. А также туда входит звездчатка. Звездчатка тоже очень хорошо работает на подавление аппетита. Соответственно, мне очень нравится эта комбинация. Пожалуйста, попробуйте это на рынке постсоветского пространства. Есть такая формула гарцения комбинейшн. Кто еще вдруг не зарегистрирован в магазинчике NSP? Загляните под это видео. Тут есть ссылочка, как зарегистрироваться в интернет-магазине NSP. Это самое высокое, скорее всего, качество биологически активных комплексов, натурально извлеченных витаминов и все свои лечебно-профилактические программы я строю на этом. Какой у вас будет ключевой конспект здоровья, то есть мое обращение к вам, если бы мы с вами встретились лично и вы мне сказали: «Лена, помоги мне похудеть». У меня бы к вам было обращение, которое я записала текстом, и это конспект здоровья номер 28. Вы можете его найти под этим видео. Это борьба с инсулинорезистентностью. Там написано и про хром, и про гарцинию, и так далее. Вот, поэтому, пожалуйста, пользуйтесь. И не забывайте, что природа любит системность. Вы любите системность как часть природы. И если вы хотите другое тело, вы должны поместить это тело в систему питания, систему движения и так далее, которая позволит вам действительно преобразоваться.
Поэтому под этим видео есть ссылочка на систему «Старости нет». Будьте в системе, получайте результаты. До новых встреч!